А у нас праздник уже сегодня. Кофе Плюс отмечает вместе с телеканалом ЭТВ Плюс свою первую годовщину, первый день рождения. И как он тот самый первый сезон прошел, мы сейчас увидим из следующего видео, в котором представлена нарезка, ну, если не самых интересных, то очень ярких моментов предыдущего сезона. Кстати, кофе – это разрешенный допинг. Его можно пить и употреблять. Смотрим. Свежий кофе после обжарки, он еще какое-то время выделяет углекислый газ. И поэтому, если пачка будет герметичная, ее просто разорвет. Так. Можно загадать желание. Так, срочно. Их задача как раз-таки активно с нами так контактировать, дабы получить капельку нашей крови. Скажи, мой мальчик, в каком ухе у меня жужжит? Это образ, это метафора, если вы понимаете. Метафора. То есть я раздеваться не буду. В этом контексте хочу сказать, очень люблю тяжелые тренировки. Но от любви до ненависти один шаг. Да, эта проблема существует. Действительно, мы ей занимаемся. Вот буквально сейчас и занимаемся как раз. Пойду сейчас на работу, будем заниматься дальше. 2, 1. Что-то капнуло и потекло. Та-дам! Вот, я купил все опять. Ну, говорите о том, что это интересно. Конечно, интересно, но теперь за деньги, друзья, за деньги. Где деньги, Зин? Ну как где? На образование выделяются деньги. Можно вас попросить в камеру действительно объяснить этим людям, что хорошо им не будет? Поэтому мы предлагали даже мясо белки. Тебе не жалко это делать? Нет, конечно. Кроме того, я делала 1 500 000 интервью, но это, конечно, не 1 500 000, это метафора, как вы понимаете. Простите, я буду говорить то, что я хочу на вашем телевидении, и отвечать так, как мне кажется, нужен наш вопрос. Это будет полезно для ваших зрителей. Внимательный зритель обратил внимание, что ведущий в прошлом сезоне «Кофе Плюс» был другой. И действительно, вам не показалось, но этого ведущего мы все-таки в день рождения решили снова вернуть в привычную ему обстановку. Дмитрий Пастухов. Доброе утро! Доброе утро! Высыпаешься, небось? Куда высыпаюсь? Скажи, пожалуйста, скучаешь ли ты по нашей передаче вообще? Как ты дошел до жизни такой, что ты решил нас покинуть? Ну, конечно, на кого? Конечно, скучаю. Ну, как на кого? Сейчас я покинул вас на выборы, кстати, 3 октября, 12:55, включайте свои телевизоры. Пользуясь случаем. Пользуясь случаем, да, пользуясь случаем. Вторым, пользуясь случаем, я сразу же хочу сказать, ребята, с днем рождения. И тебя тоже с днем рождения. Особенно, да, особенно всю команду, которая закатывает. Ну и, конечно, вас, уважаемые телезрители, которые каждое утро просыпаются с этой передачей, ну, я пользуюсь случаем, да. Год назад, кстати, кто из вас самые первые слова произнес в эфире? Я вот уже не помню. По-моему, Лена. Да, по-моему, я. По-моему, это была я. У нас под занавес программы, обычно перед последним выпуском новостей, ну, у вас, наверное, так же было в прошлом году, у нас обзор газет. Мы для тебя небольшую игру приготовили сегодня. Ты уже не читаешь газеты по утрам, но наверняка нюх, что называется, вот не утратил. Наверняка читает, понимаешь? Хватку не потерял, мы проверим. Я тебе сейчас читаю 3 заголовка, ты должен догадаться, из какой газеты эти заголовки. Из сегодняшних, между прочим. Итак, первое. Эстонцы не делают разницы между беженцами и охотниками за удачей. Второе. Пора, наконец, преодолеть партийный эгоизм. Третье. Как партии дошли до Керсти Кальюлайт? Что это за газета? Вот из тех, что лежит. Это одна и та же вся газета? Да, это все одна и та же газета. Все заголовки из одной газеты. Итак, вот тут есть и «Экспресс», есть и «Пяварех», «Постиме», «Сыхтуле», «Деловые ведомости», «Арипяев». Что это? Либо «Экспресс», либо «Пяварех» какой-нибудь. Да это «Постиме». Я понимаю, что тебя немножко... Это та самая газета, с которой у меня не сложились отношения с самого первого дня наших эфиров. Тебя немножко смутил вот этот вот провокационный достаточно заголовок. Как партии дошли до такой жизни, да, до Керсти Кальюлайт. А это вот статья именно из «Постиме», да. Давай попробуем еще один вариант. Так. Невероятно, во что вылилась обычная просьба показать медкарту своего ребенка. Это первое. Второе. Члены парламента справляют дни рождения за народные деньги. Ну, это их то лег. Третий заголовок. Молодец, даже можно не читать. Третий можно не читать. А третий тут что было? Актеры Наоми Уоттс и Лип Шрайбер развелись, если ты знаешь, кто это. Понятия не имею. Но, видимо, сегодня есть повод открыть их Ихтулехт и узнать, наконец. Слушай, ну вот из их Ихтулехт можно действительно узнать, что некоторых депутатов подозревают, что они присылают в госканцелярию чеки для компенсации, потраченные на празднование своего дня рождения. Ну, например, Янус Маранди выставил чек на
Мне всегда нравится, что вся история с чеками, которая связана с Реги Когу, она так или иначе иллюстрируется фотографией Михаила Стальнухина. Автомобиль, Стальнухин, день рождения. Стальнухин это другая статья, она тут рядом, потому что он продолжает использовать лизинг. А здесь действительно получается, что вот либо в тот же самый день, когда у них день рождения, они что-то такое вот представляли в канцелярию Реги Когу, либо на следующий день. Вот и главное, вот на месте Дмитрия Дмитриева, который попал в очень неприятную ситуацию, я бы вообще воздержалась от предоставления любых подозрительных чеков. А можно пошутить, на что чеки предоставляет Дмитрий Дмитриев в таком случае? А Дмитрий Пастухов сейчас нам ответит на следующий вопрос. Приз так, будет, следующий заголовок. Возвращение к росту. Иорданский проект продвигается. Доллар отступил по всем фронтам. Ну, это понятно. Ну, да, либо Репяев, либо деловые ведомости. Что суть одно и то же. Да, это были заголовки из деловых ведомостей. Ну, а если говорить о статье не из деловых ведомостей, но на тему финансов, то сегодня Эйси Экспресс нам рассказывает потрясающую историю о том, как Эстония осталась без миллиардных инвестиций. Представляешь, на целый миллиард евро к нам могли прийти инвестиции. Но вот гигантские серверы, хранящие гигабайты информации, у нас размещены в Палдиске, не были по ряду причин. Тут и бюрократия эстонская, потому что там, например, какого-то разрешения приходилось 5 лет ждать. И прочие факторы. В общем, деньги больше миллиарда евро ушли в другие европейские страны. Эстония могла бы обладать уникальными серверами, да, где хранились бы данные, фейсбучные наши данные социальных сетей. Раньше они были в Америке, теперь их перенесли все-таки в Европу. Ну, скажи, признайся честно, смотришь «Кофе плюс»? Честно? Ну, хотя повторе. Бы повторе записи, смотрю, в повторе записи. Смотрю. И сегодня первый раз в новом сезоне бывший ведущий программы «Кофе плюс» Дмитрий Пастухов посмотрел эту программу в прямом эфире и даже в ней поучаствовал.